Так, ребята, приветствую. Смотрите, попал ко мне в мои цепкие руки такой вот приемник из моего детства. Мне мама дарила такой, я помню, когда подростком был. Я уже, ну, это было так давно, что я не помню, как он там принимал. Да, в общем, антенка здесь, все дела, выдвигается на полную длину. Есть у него средние волны и короткие. 41, 49 и 31 метр. Вот. Сейчас покажу внутренности его. Ну и как он работает. Пока он работает не ахти. Так, значит, даже две КМ-ки есть. Ну, такой вот монтаж. Я бы сказал, но не буду говорить. Короче, трэшевый. Собрана она на Х2, 174Х2. В принципе, неплохая микросхема, но советуют использовать ее иностранный аналог. Она якобы более стабильная. Вот. Ну, смотрите, первое, что мне не очень нравится, это какой-то странный... Это у нас конденсаторы. Вот, и его вид какой-то странный. Он прям раздулся, что ли. Вот, я не совсем понимаю, почему он раздулся. Может быть, это такой брак... К-153, что-то там еще. Вот. Может, поэтому он так работает паскудно. Вот у нас пьезик стоит белый. Может, с ним проблемы. Черт его знает. Ну, в общем, надо будет разбирать, чинить, смотреть. Сейчас я покажу, как он работает. И желательно, ребята, кто сталкивался, что может посоветовать. Из-за чего, да почему работает он так, как он работает. Сейчас я его соберу. Так, решил его не собирать. Значит, смотрите. То есть вот сигнал есть, такая передевиация. Если уменьшить громкость, то что-то там еще можно расслышать. Такое ощущение, что проблемы с ВНЧ. Так, дальше. То есть, если тихо, да, то что-то еще слышно. Вот такая вот ерунда. На другом диапазоне КВ то же самое. Вот, вот СВ. Ну, вот здесь то же самое. Так что, ребята, советы мне давайте, советы. Что это может быть, будем его восстанавливать. Все, всем спасибо, кто смотрел видео. Лайки, дизлайки приветствуются. И всем три всего доброго. Так, ну ладно, значит, ну, допустим, кондерчику этому конец. Коля же у нас он как диод, да, и имеет такую прекрасную форму. Значит, что здесь еще было? Оборван был один из проводов СВ-антенны, поэтому СВ не было. Так, здесь на контуре была холодная пайка, то есть типа паялась, но не напаялась ничего. То есть я предполагаю, что это на заводе все это делалось, вот такой вот ужас. Потому что все покрыто лаком. Ну, как бы я не удивлен, очень часто там были бракованные приемники по причине такой низкой культуры труда, не знаю, как это назвать. Но пока все равно он нормально не работает. Появился только СВ диапазон и все. Так, ну что могу сказать. Смотрите, в чем проблема была. Помимо того, что вот эти конденсаторы К70, К5321 показывают как диоды, ну, вздувшиеся, это понятно. Начал анализировать схему. Вот. Обратил внимание на 315 транзисторы вот такого коричневого цвета. Тоже неестественный для них цвет. Обычно они не такие коричневые. Ну и как оказалось,
Вот здесь в ONC два в параллели стоят транзистора. Да, поменял я им костя на электролиты новые. Оказались вот эти полностью пробитые транзисторы 315 КТ. Вот я их сейчас заменил. Ну и увидите результат какой после замены произошел. В общем, доволен я очень тем, что отремонтировал данный приемник. Так, ну что, друзья, ставим средние волны. Я его собрал уже. Итак, тест после ремонта. Так, ну сейчас попробуем на КВ. Так, вот я антенку выдвинул максимально. Сейчас включим КВ. Так, помехи, конечно. Так, ребята, ну вот, я доволен, победил неисправность, приемник прикольный, это, так сказать, в прошлом такой у меня был, поэтому у меня такие теплые ощущения, когда его вижу, вот, и я очень рад, что я его отремонтировал. Такие дела, так что вот, на удивление, ремонт оказался не таким сложным, как я думал. Что, естественно, радует меня. Все, ребята, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Можете не ставить, комментируйте. Намного приятнее, когда вы комментируете мои видосы. Это намного лучше. Все, ребята, всего доброго, всем три и до свидания.